Приднестровье наращивает экономические связи. Накануне наши бизнесмены встретились с представителем болгарского посольства. Говорили о производственном потенциале наших предприятий и перспективах сотрудничества. По «Электромаше» его заинтересовала очень предлагаемая ими продукция, и он предложил представить презентацию с более узким перечнем своей продукции, представить ему на электронный адрес, где он может изучить, и предоставить им информационную поддержку на территории своей республики. В центре внимания гостя оказался и Бендерский пивзавод. Бронислав Денев пригласил предприятие в Болгарию на выставку напитков. Она пройдет этой осенью. Для нашего предприятия это возможность не только заявить о себе, но и наладить сотрудничество. Заинтересовались болгары и нашим текстилем. Возможности у нашего Терратекса большие, и аппетиты у них тоже большие. Они предлагают себя в качестве поставщиков изделий своих для спа-салонов, для гостиниц, то есть захватить максимум туристического бизнеса. Терратекс хотел бы зайти не только на коммерческую часть Болгарии, да, но и участвовать в бюджетных тендерах. То есть больницы, бюджетные организации, государственные. В числе других перспектив – создание совместных производств. Вопрос пока на стадии обсуждения. Впереди бизнес-встречи. Одну из них планируют провести в рамках первого Приднестровского туристического форума.